Всем привет, мастерская салон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. У нас два ножа. В наличии два ножа с необычным материалом. Сначала вам покажу, они два одинаковых. Два таких супер сокола. По-другому их не назову. Ну, давайте вынем их из ножен. Супер соколов, да? Ножны в сторону. Извиняюсь. Вот два таких вот красавца у нас. Можно и так. Так, давайте первый в правой руке покажу. Хотя разницы у них практически нет. Это ламинат. Это Ironwood. Это наш сокол. С другой стороны ламинат. Это первый нож. Если вы найдете отличие от них, смотрите. Это второй нож. Это Ironwood. Это два у нас братана супер сокола. Два супер сокола. Они обычно поодиночке заходятся. Но у нас сегодня исключение. Два охотника, два скиннера, два классных. Классных ножа. Очень удобные. Очень классно будут резать. Итак, в чем необычность? Как вы видите, это ламинаты. Давайте их вместе покажем. Сердцевина очень необычная, ну, очень, как сказать, очень редкая сталь, используемые у ножевой промышленности. Чего? Давайте я вам скажу. Доренберг ПМД-10. Доренберг ПМД-10. Вы сами можете поискать. Информации по ней немного. Углерода 2,45. Как вы понимаете, это такая уже супер зверюга получается. Хрома 5,25, молибдена 1,28 и ванадия 9,75. То есть тут хрома и ванадия очень немало, скажем так. Что вот я нашел об этой стали? Инструментальная сталь с высокой износостойкостью. Для небольших ножей очень хорошо идет, используется. Отличный выбор для небольших ножей. Используется несколькими производителями на заказ. Высокая рабочая твердость. В этих 65 единиц. Вот в этих двух 65 единиц. Тонкое распределение карбита, повышенная износостойкость режущей кромки. Давайте я вам опять их оба покажу. Так вот. Нет. Не знаю, видно, нет. Мне вот предложили, я приобрел.
две пластиночки. Мы сделали два классных скиннера. Их больше не будет таких. Ну, как я вам поищите в интернете, это действительно довольно-таки редкая сталь. По химсоставу вы понимаете, что это будет такая зверюга, должна быть, по крайней мере, если кто-то приобретет любого из этих братьев. Их больше не будет. Это ограниченная серия из двух ножей. Стоимость любого из этих ножей 30 тысяч рублей. Скидка здесь есть, нету, как у нас нету этих ножей с такой сталью в прайсе, поэтому я сделал столько, сколько, ну, смог себе наценить, грубо говоря, ни больше, ни меньше. Стоимость любого из них 30 тысяч рублей, их два. Кого финансовое положение позволяет, вы можете приобрести два друга, например, приобретут, и все, больше таких ножей не будет. Ну, вот именно стать таким клинком. Так что всем хорошего настроения. Кто успеет приобрести, приобретайте. Ну, а следующий, смотрите следующее видео. До Нового года еще есть возможность приобретения. Пчайки, кстати, из прошлого ролика ушли в течение полутора или двух часов. Я в Новгороде был. Иван потом мне написал, что все поздно. Меня там спрашивали. Вы, если вам надо что-то оперативнее приобрести, все-таки к Ивану обращайтесь. Потому что я часто очень за рулем езжу. И пока я посмотрю ваш роль, ну, ваше сообщение, может быть, вы первые были бы, например, по отношению, ну, например, к сегодня, ну, к вчерашним пчакам. Ну, пока я ехал за рулем, пока я посмотрел сообщение, вас могли опередить. Так что пишите лучше Ивану. Ну, а на сегодня всем здоровья, всем хорошего настроения. И приобретайте супер соколов. Это два супер сокола у нас. Два зверя. Птица-зверь. Ну, такого ни у кого еще не было, чтобы птица была зверь. И у нас сегодня два суперзверя. Всем здоровья еще раз. Мирного неба над головой. До новых встреч.